Сейчас я приготовлю салат, главной героиней которого будет фасоль. Фасоль нужно взять в собственном соку, белую или красную, это без разницы, а также можно ее просто отварить заранее. Жидкость из фасоли я вылила, здесь ее приблизительно 350 грамм. На эту порцию фасоли нужен один штук болгарский. Поэтому я возьму для пущей красоты желтый и красный по половинке. И порезать мне их нужно небольшой соломкой. Лук для этого салата лучше брать вот такой белый. Он более сочный и сладкий. Впрочем, как и для любого салата, такой лук лучше. И я беру половинку вот такой небольшой луковицы. Я взяла помидоры черри, но можно взять обычный большой помидор. Приблизительно грамм 200 здесь у меня помидорчиков. Режу их просто напополам. Для этого салата из зелени подходит очень хорошо кинза. Ее просто нужно порубить. Много не нужно. Два зубчика чеснока я пропущу через пресс. И осталось мне только заправить салат. Я немного его подсолю. Здесь уже по вкусу все. Подсолили. И заправляю оливковым маслом салатным. Обязательно салату даем настояться минут 15, чтобы все ароматы и запахи перемешались. И потом можно его кушать. Вот такой яркий, красивый салат получился. И очень вкусный. Да, очень вкусный. Этот салат и легкий, и в то же время сытный. Его можно съесть на ужин и не мучиться угрызениями совести. Так что будем ужинать.